Я Борисенко Светлана Ивановна. Я ровесница химик. Мне 85 лет. Я вас очень люблю, мои дорогие химчане. Работала я на станке и смотрю, какой-то парень ходит. Вот. Ну, потом познакомились, есть у нас друзья, был Ваграмов такой, познакомил нас. Ну и 18 лет я влюбилась без сознания. 18 лет вышла замуж, 2 детей у нас. Вот эта улица 8 марта, а это дом, куда я вышла замуж. У нас есть в Подрезково церковь. Она маленькая, деревянная, но как в ней легко. Как же в ней хорошо, понимаете? Это что-то невероятное. Я вот прихожу туда, я не могу там надышаться. Какое-то, в общем, раскрепощение происходит. Вот. И есть церковь, я говорю, церковь моего детства, потому что я детство много провела с бабушкой на сходне. Бывало, прибежишь, а эта церковь была в войну и после войны, там был кинотеатр в этой церкви. Мы бегали туда, в кинотеатр. Я все люблю Химки. Мне каждая улица дорога. Понимаете? Вот сейчас уклона... Но больше люблю старые Химки. Я приезжаю туда, я чувствую какую-то отдушину. Вот это мое. Вот это самое центральное, где обелиск, где памятники. Вот. Меня вот сердце сжимается, честно говорю. И там все. Там дом, в котором я жила. Приезжаю, еду на машине. И в Химки въехали, я просыпаюсь. Сын говорит: «Мать, ты что проснулся?» Я говорю: «Да в Химки въехали, а как ты чувствуешь?» «Да воздух в Химках другой». Понимаете? Вот какая-то любовь необыкновенная. И когда кто-то плохо о Химках говорит, я так сержусь, лучше моих Химок нет ничего. Всем химчанам привет большой-большой. Я вас люблю от всего сердца. Желаю всем здоровья, благополучия. И чтобы наш город всегда процветал.